Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как сбрасывать Google аккаунт на устройстве Android на Lenovo A2010. Зачем вам может это понадобиться? Например, как стеснулся я, отдали мне телефон на ремонт, и в нем пришлось менять основную плату. На основной плате стоял пароль, я его сбросил хард-ресетом, и после включения телефон требует ввода Google аккаунта, который был привязан к этому телефону. Что ж, давайте я вам покажу, как это выглядит. Выбираем русский, нажимаем пропустить. Как видите, телефон сразу предлагает подключиться к сети, и нажать далее невозможно. Поэтому выбираем сеть и подключаемся к ней. И смотрите, на устройстве восстановлены настройки по умолчанию, чтобы продолжить вводить в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. И здесь нужно ввести, так как кнопка «Далее» не активна. Что нам делать? Нажимаем на поле ввода, зажимаем собачку, протягиваем пальцем вверх и входим в настройки клавиатуры. Далее вверху нажимаем на всплывающее окно. Нажимаем «Справка отзыв». Здесь опять же нажимаем на всплывающее окно. И нажимаем «Печатать». После этого нажимаем «Сохранить PDF». Это зелененький такой значок, он переходит, нажимаем в любом месте экрана, и после увидения такого экрана несколько раз тапаем по центральной кнопке, и у нас вверху появляется строка поиска Google. Входим в нее, везде нажимаем нет, и в поиск вводим слово настройки. Вот они высветились, входим в настройки, далее мотаем вниз, нажимаем восстановление и сброс, сброс DRM лицензии, нажимаем ОК, выходим назад и сброс настроек. Сбрасываем все и стереть все. Отлично, телефон уходит на перезагрузку. А вас я поздравляю, вы разблокировали свой Android. После загрузки входим в русский, просто все пропускаем, видите, кнопка «Далее» уже активна, далее, 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 пропустить. Ну и вот, первое включение телефона, телефон полностью скинут и он загрузился. Отлично, если видео помогло, ставь лайк. Также не забывайте смотреть другие видео на моем канале и кликайте на кружок в центре экрана и подписывайтесь на канал Art Bell Channel.